Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, и в первой части программы у нас замена. Обычно по пятницам выходит в эфир в первой части передачи наш корреспондент с Украины Сергей Михеев. Сегодня он в эфир выйти не сможет, так что у нас в первой части программы наш грузинский корреспондент Тамар Папалашвили. Во второй части никаких изменений. Наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего встретимся в эфире с Тамар Папалашвили. Некоторые люди думают, что если у них уже был COVID-19, это значит, что они полностью защищены. Неверно. Другие могут думать, что натуральные лекарственные средства могут их защитить. Неверно. Некоторые могут беспокоиться, что вакцины вызывают бесплодие, но это неверно. Даже здоровые люди подвержены риску заражения COVID-19 и длительных проблем со здоровьем. Сделайте прививку. Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/covidvaccine. У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Самая быстрая, безболезненная и эффективная процедура восстановительной венопластики проводится в сосудистом институте Sinai Diagnostics, автором новейшей методики, доктором Дэниелом Саймоном. Sinai Diagnostics для меня просто открытие. Я не подозревала, что можно так быстро провести эту процедуру. Sinai Diagnostics 718-615-41-00. Здесь не только вылечат вас, но и исправят чужие медицинские ошибки. Лечитесь у лучших. Глазные операции в древности, глазные операции в средневековье и безлезвенные операции в 21 веке. Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глаукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. I'm Dave Choksi, the health commissioner and a practicing doctor. You've heard a lot from me about COVID-19 and vaccines, but the stress of living through this pandemic has changed many other aspects of our lives, including how we take care of ourselves. Your eating may have become less healthy, or if you're like me, you may have become less physically active. Maybe you forgot to refill your blood pressure pills or missed your mammogram. You are not alone. I've heard about these health issues from my patients and so many other New Yorkers. So I wanted to reach out and encourage you to take one step in the right direction today. It could be as simple as cutting out that nighttime snack, or walking 15 more minutes a day, or scheduling that primary care visit you've been putting off. And remember that our physical and our mental health are connected. So please consider how you are coping with stress or anxiety or feelings of loneliness and reach out if you need help. I care about you caring for yourself. As we advance our city's public health, take that one step for your health. «Щелкунчик. Волшебная классика для любого возраста». Государственный театр балета Украины представляет эту любимую праздничную сказку. 11 декабря в Нью-Джерси Performing Arts Center в Ньюарке. Перенеситесь в удивительный мир оловянных солдатиков и ярких персонажей с волшебной музыкой Чайковского. Билеты от $29 на сайте njpack.org или по телефону 888-40-65-722. На связи наш грузинский корреспондент Тамар Папалашвили. Тамар, добрый день. Тамар, как вы меня слышите? Я Тамар не слышу.
Я вас слышу. О, теперь я вас слышу. Замечательно. Я очень рад, что я вас слышу. По-моему, и вы меня слышите. Так что у нас состоится диалог. Добрый день еще раз, Тамар. Добрый день. Ну что, вчера Саакашвили, я вот смотрю по последним сообщениям, потерял сознание. И если бы не случайно оказавшийся в тюремной больнице реаниматолог, то, возможно, Саакашвили уже бы и не было на этом свете. И после очень жестких заявлений Госдепа и посла Соединенных Штатов Дегнан, сегодня власть отступила и предложила перевод в военный госпиталь в Горе. Насколько я понимаю, сейчас именно решается этот вопрос о переводе. На проспекте Руставели десятки тысяч людей ждут, когда Саакашвили переведут в Горе, и не собираются расходиться. Ну что, Тамара, давайте с этого начнем. Да, вы знаете, вчера это было, конечно, очень тяжело за этим всем наблюдать. Адвокаты сказали, что после того, как закончилась встреча, он выходил из комнаты и рухнул. Рухнул, его не смогли привести в сознание, спустили носилки, на носилках его отнесли в палату. С ним оставался его адвокат Ника Гварамия. В этой тюремной больнице, про которую власть говорила, что, в общем, это мечта всех там лечиться, выяснилось, что он не лежал в реанимации, он лежал просто в отдельной палате. Его перевели в реанимацию, и представьте себе, что случайно совершенно оказался в этой больнице реаниматолог, которая пришла на консультацию. Если бы она не пришла, то вот как вы сказали, Саакашвили уже бы не было. После этого, ну, естественно, уже все засуетились. Пришли врачи, которые... Врачи консилиума, который был создан народным защитником, они посмотрели, они дали очень тяжелое заключение. Они сказали, что срочно надо делать MRI, потому что они не знают, какие изменения произошли в мозге, и они говорят, что это может быть инсульт. Они говорили, что в любой момент может это все повториться, и он уже не придет в сознание. Вчера, то, что творилось вчера на Фейсбуке, это, конечно, очень сложно описать, потому что все писали вот этим людям, которые говорили депутатам и главе, председателю партии «Грузинская мечта», что они просто убийцы. Пришли к председателю комитета по здравоохранению и председатель комитета по защите прав человека, они не встретились с Саакашвили, и пришел бывший депутат и бывший министр здравоохранения Сергеенко, который является реаниматологом. Как ни странно, они с Саакашвили не встретились, они просто посмотрели документы, вышли и сказали, что ничего особенного не происходит, что состояние его стабильное, и что, в общем, ему оказываются абсолютно все необходимые процедуры проводятся, и если, конечно, его состояние ухудшится, то тогда, ну, вот буду думать о том, чтобы перевести его в гражданскую больницу. И вот после этого Госдепартамент США призвал правительство Грузии прислушаться к рекомендации омбудсмена относительно лечения находящегося в тюрьме экс-президента страны и обеспечить его присутствие на судебных заседаниях. Это тоже очень важно, потому что Саакашвили держался до последнего, но пенитенциарная система отказалась привозить его на заседание. Более того, они отказались даже устроить его присутствие онлайн на этих заседаниях. Фактически, как говорят юристы, он был лишен права на справедливый суд. В заявлении Госдепа сказано, что мы внимательно следим за тем, как обращаются с бывшим президентом Михаилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября. Мы даем высокую оценку работе народного защитника Грузии по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице. Мы настоятельно призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения. Мы также настоятельно призываем правительство Грузии обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом. Вот так, эта цитата, вот так указана в заявлении Госдепартамента.
И надо сказать, что как раз рекомендация народного защитника, наверное, об этом мы уже поговорим попозже, заключалась в том, что его незамедлительно надо было переводить в многопрофильное гражданское медицинское учреждение, где бы ему была все необходимые, так сказать, сервисы были бы предоставлены, поскольку в тюремной больнице просто этого всего нет. И несмотря на уверение властей, что великолепная больница и прекрасная инфраструктура, конечно, она никак не соответствовала той проблеме, которая есть у Саакашвили. Сегодня это 50-й день голодовки. И последнее время он отказался принимать лекарства. Он фактически был только на минеральной воде. Глюкоза и минеральная вода. Тамар, я хотел бы, чтобы мы как раз вот сейчас остановились на вот этой многопрофильной группе экспертов, народный защитник, она была создана именно им, на основе консенсуса эта группа подготовила отчет о состоянии здоровья Саакашвили. Ну вот по словам народного защитника Нино Ломджарии, отчет здесь интересно, он состоит из двух частей. Первая часть имеет отношение к состоянию здоровья и рекомендациям. Вот вторая часть – это результаты клинического обследования, которое является закрытым и будет передано только соответствующим лицам. С содержанием заключения ознакомлены журналисты? Естественно, со второй частью нет. Клиническое обследование, потому что это относится к, скажем так, личным данным, и без согласия в данном случае пациента эти данные обнародованы быть не могут. Что касается общего анализа и резюме, да, там сказано, что эта группа оценила состояние Михаила Саакашвили как критическое. Это состояние оценивается как критическое, потому что он голодает в течение 48 дней. У него признаки энцефалопатии, недостаток калия, низкое количество гемоглобина, что в сочетании с талассемией дает нам возможность опасного осложнения. Он также указывает на признаки гастродуоденального кровотечения. Все это укладывается в статус того, что называется критическим состоянием. Так сказал один из экспертов, Георгий Григолий, и согласно заключению этой многопрофильной группы экспертов, группа, которая была создана для мониторинга медицинских услуг, оказываемых Михаилу Саакашвили, из-за критического состояния здоровья бывшего президента рекомендуется немедленно продолжить его лечение в отделении интенсивной терапии полипрофильной клиники, а таким условием клиника 18-го, то есть тюремного медицинского учреждения, не удовлетворяет. По словам медицинских экспертов, тюремная болезнь формируется, и только часть медицинского оборудования работает. Что-то у нас со звуком. Тамар, как вы меня слышите? Нет, это явно завис эфир, зависает скайп. Ну что, давайте попробуем вас перенабрать. Сейчас мы вас перенаберем, явно что-то происходит со связью. Я должен сказать, что врачи отметили, опять-таки возвращаясь к этому заключению, что в настоящее время в тюремной больнице круглосуточно работает врач-терапевт и реанимационная бригада, но при этом они предупредили, что хотя круглосуточная доступность реаниматолога является положительным моментом, это создает ложное чувство безопасности. Вот здесь тоже мне не совсем понятно, поскольку мы с самого начала говорили о том, что случайно попавший реаниматолог, вчера он, в общем-то, и поспособствовал тому, что Михаил Саакашвили остался на этом свете. В этом отчете речь идет о том, что постоянно присутствует реаниматолог. В общем, какое-то здесь несоответствие. Тамар. Да, здесь несоответствие. И поэтому это ложное чувство безопасности, потому что выяснилось, что, как им сказали, что круглосуточно вот были этот реанимационная бригада, но, как выяснилось, врач-реаниматолог приходит тогда, когда вызывают. То есть это неправда, что он постоянно там находится? Да, это оказалось неправдой. Угу. И как раз вчера журналисты выясняли, что если реаниматолог там круглые сутки, почему этот реаниматолог оказался случайно?
И что было бы, если бы он случайно не оказался? Но, как вы понимаете, внятных объяснений на эти вопросы никто не дает. Причем реаниматолог, она таким нежным голосом сказала, что все-все хорошо, и что все нормально, состояние у него стабильное. Выяснилось, что он очень долгое время был без сознания. И поскольку это хороший реаниматолог оказалась эта женщина, то ей удалось, так сказать, вернуть вот его в... к жизни, и в сознание. Ну, там, кстати, Тамар, там ведь были просто перечислены диагнозы, которые поставлены были Саакашвили. Просто интересно, там целый букет различных заболеваний. Безусловно. И в этом заключении, вот, значит, диагнозы – это энцефалопатия Вернике, это прогрессирующая гипокалемия, анемия, талассемия, вероятность желудочного кровотечения. Это то, что сказали журналистам. По всей вероятности, там, как потом объясняли врачи, там у каждого этого диагноза есть еще какие-то определенные подпункты и те осложнения, которые могут вот, вызывать эти диагнозы. И там было сказано вот в этом заключении, что поскольку многопрофильные специалисты не могут постоянно находиться в местах лишения свободы, а при резком ухудшении состояния реанимационные мероприятия могут оказаться неэффективными. И кроме того, подчеркивается в этом заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, поэтому они поставили этот диагноз, ну, исходя из собственных, так сказать, знаний. Не исследована вероятность желудочного кровотечения, поскольку нет аппарата, на котором это можно исследовать. Не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии. И поскольку нет, опять-таки, нет этих аппаратов, чтобы вот это можно было бы как бы определить. И они хотели сделать ему эхо, но аппарат эхоскопии просто не включился. И врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться следующими обострениями: эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, это я не знаю, что такое, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. На самом деле, когда он потерял сознание, когда все эти врачи пришли, они сказали, что они как раз предупреждали, что вот это может произойти, это эпилептический статус или кома, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, которая... исходя из опроса, у него уже присутствует. Ну и кроме того, и это самое тоже очень опасно, в случае прекращения голодовки есть большая возможность развития рефидинг-синдрома. Это комплекс опасных для жизни метаболических нарушений. Выходить из голодовки, из такой голодовки, в которой находился Саакашвили, это надо, во-первых, либо в реанимации, либо в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Ему обязательно нужен МРА, ему нужна 24-часовая энцефалограмма. И постоянно, каждые 2 часа, должны брать анализы на микроэлементы, чтобы смотреть, что надо давать. То есть выходить из голодовки еще сложнее, нежели, так сказать, как бы управлять этой голодовкой. Ну да, Тамар, ну вот мы сейчас говорим о том, как в перспективе выходить из этой голодовки. Всю диагностику мы перечислили, состояние Саакашвили во время голодовки. Целый перечень, посмотрите, сколько мы времени этому уделили. А в правящей партии «Грузинская мечта» все это назвали фейком. Я имею в виду заключение группы врачей по состоянию здоровья президента Саакашвили. Причем там пригрозили привлечь к ответственности медиков и вот этого народного защитника Нино Ламжарии, под эгидой которой и был собран консилиум. Тамар. Да, это заявление сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Он ссылался на меры безопасности, и власти Грузии вот именно из-за этих мер безопасности отказывались переводить Саакашвили в гражданскую клинику. Правящие партии «Грузинская мечта» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на больницу и попытаться похитить пациента. То есть те люди, которые говорят, что его надо спасти, вот они... умирающего, давайте говорить прямо, да, третьего президента, они выкрадут, завернут, наверное, в плед и унесут куда. Вот. Но фобии грузинской мечты, они очень боятся Саакашвили. И эти фобии, они уже совершенно очевидны. И Кобахидзе заявил, что представьте, что за этим фейком, то есть он считает и говорит, что голодовка – это фейк, последует продолжение. И продолжение – это перевод в гражданскую клинику. Ну вот этот сценарий, значит, похищение. В данном случае этот очередной фейк сделает то, что может повлечь за собой прямую ответственность, в том числе омбудсмены и врачи. Конечно, тут же все вспомнили сталинское дело врачей. Многие сказали о том, что если история повторяется, то Сталин не успел довести это дело врачей до конца, потому что умер. И многие ставили потом троеточие, когда писали об этом на Фейсбуке. Ну и вот, по словам Кобахидзе, консилиум должен был подготовить заключение не по поводу лечения голодовки, а в связи с последующим этапом голодовки. И председатель партии власти считает, что это обстоятельство является простым подтверждением политической предвзятости врачей. И, кстати, надо сказать, что в последнее время власти Грузии все чаще критикуют Нину Ломджи, говорят о ее предвзятом отношении к третьему президенту страны. И вот несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют одинаковую повестку дня. И по его оценке они безосновательно требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, чтобы осуществить радикальные планы. Надо сказать, что вот на это заявление откликнулась Amnesty International, правозащитная организация, которая сказала, что недопустимо нападать на народного защитника. Народный защитник сказал, что юрист Кобахидзе, он просто не знает международного права, он не знает законодательства Грузии, не знает статуса народного защитника. Народный защитник на самом деле может заходить в тюрьму к любому заключенному, не требуя ни у кого разрешения. И он имеет право создавать вот такие экспертные группы для того, чтобы оценить те или иные ситуации, которые касаются заключенных. Поэтому, конечно, сегодня Кобахидзе ничего не говорил, сегодня он не выступал, сегодня выступил министр юстиции и сказал, что мы его переведем, но если сторонники Единого национального движения, значит, попробуют как-то перекрыть дороги, то мы немедленно вернем его в тюрьму. В общем, то есть фактически он сказал, что Саакашвили у нас в заложниках, поэтому вы это знаете и ведите себя прилично. Вот, и поэтому на самом деле вот народный защитник сказал, что они послали запрос в Европейский суд по правам человека, чтобы институт народного защитника включили третьей стороной вот в рассматриваемое дело, которое касается Михаила Саакашвили. Но в любом случае те экспертные заключения, которые они сделали, они будут переданы Европейскому суду по правам человека. На самом деле ту команду, которую она собрала, вот эту вот многопрофильную экспертную группу, это самые лучшие врачи Грузии, которые очень долгое время работали за границей или которые продолжают, скажем, работать и за границей, и приезжают сюда, которые получили самые высокие лицензии в Европе и в Соединенных Штатах. То есть это такая медицинская элита Грузии. И поэтому, естественно, все прислушиваются к тому, что они сказали. Поэтому такая реакция и посла Келли Дегнан, которая сказала, что сейчас не время вообще говорить о каких-то вещах, а надо слушаться, следовать тем рекомендациям, которые дает народный защитник. И то же самое сказал
посол Евросоюза в Грузии, и поэтому... В общем-то, то, что она сделала на самом деле, ну, можно сказать, что вот на данный момент она спасла жизнь. Как дальше будут развиваться события, мы не знаем. И что самое главное, Элена Хуштари, лидер партии ДРУА, которая голодала 17 дней, и состояние здоровья, которое резко ухудшилось, она, узнав, что его переводят в военный госпиталь в Горе, она прекратила голодовку, и вот сейчас ее перевезли в клинику New Hospital, и там ей будет оказана помощь, потому что у нее началась почечная недостаточность, и она будет выходить из этой голодовки. Она держала голодовку 17 дней и принимала только воду и витамины. Больше ничего, и то витамины вот последние какое-то определенное время, несколько последних дней она от витаминов тоже отказалась, и врачи говорили, что она просто не выдержит. Женский организм по-другому реагирует на голодовку, и стартовые данные веса у нее были совершенно другие. И надо сказать, что очень неправильное заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сказала, что не видит возможности перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. И причем логика ее объяснения была совершенно потрясающей. Она сказала, что Саакашвили не простой заключенный, а бывший президент. Поэтому его перевод в гражданское пространство из тюрьмы содержит множество угроз. И если бы он был бы обычным заключенным, то тогда бы его могли бы перевести в эту клинику. Но поскольку он необычный, то он должен был остаться вот в этой тюремной больнице. Но надо сказать, что она, тем не менее, раскритиковала правящую партию вот за те кадры, которые были распространены, как Саакашвили переводили в Гулданскую тюрьму, сказала, что это недостойно, что это неправильно, это умаляет честь и достоинство. Но если сделать краткое резюме ее специального брифинга, она просто умыла руки, она сказала, что я вот свое мнение высказала, а дальше меня уже ничего не касается. Поэтому вот вам правительство, вот вам партия, разбирайтесь сами. Знаете, что очень интересно? Когда о состоянии здоровья говорят не врачи, скажем, той же тюремной больницы, а выступает лидер партии. И говорит о том, то есть у нас народ и партия едины. И как в Советском Союзе, уже и в Грузии разделены только магазины. Так что мы вот к этой точке мы вернулись. Тамара, а что все-таки... что все-таки имелось в виду, что он необычный, а вот если бы он был обычным, то его бы можно было перевести, а поскольку он бывший президент, это что, его охранять нужно в больнице? Какая идея? Что тут необычно? Ну, перевели президента, ну, в принципе, по физическому своему составу он, в общем-то, обычный человек. Михаил Саакашвили, я так понимаю, у него и количество конечностей, и внутренние органы, все соответствует обычному человеку. Так что это какой-то, на мой взгляд, какой-то нонсенс просто то, что она говорит. Абсолютно. Вы знаете, с января вот по ноябрь было переведено в гражданские больницы более 700 заключенных. Его охранять нужно, усиленная охрана. Что имеется в виду? Ну да, он бывший президент. Ему нужна охрана. Ну так хорошо, выделите охрану. Государство не может охранять одного человека, то вообще о какой системе государственной безопасности мы говорим? Да. Поэтому, конечно, это было расценено как целенаправленное убийство. Какой-то цинизм, в этих словах есть. Нас оставили смотреть вот реалити-шоу, как убивают человека, как измываются над своим, скажем так, врагом. А Бедзина Иванишвили считает Михаила Саакашвили своим врагом и конкурентом. Вот как уничтожает мафия своего врага и конкурента с особым садизмом и удовольствием, потому что фейковое голодание, Саакашвили фейк, и ест он каши и пьет он соки, и 3 литра лимонада он пьет, и килограммами мед он ест. То есть это все это говорил премьер-министр, это говорил министр юстиции, это говорил председатель
правящей партии. Да? То есть не просто, скажем, запереть и никого не пускать, а еще и унижать. И вот это унижение, оно, конечно, вывело людей из себя. Я, например, очень рада, что Саакашвили переводят в горе. Он сказал, что он перейдет только, если рядом с ним будет его адвокат. Он попросил украинского консула, но консул находится в самоизоляции, поэтому сейчас к тюрьме едет. Может быть, уже и приехал, пока мы с вами здесь говорим. Ехал сотрудник украинского посольства. И он сказал, что исходя из того, что его просто похитили из Руставской тюрьмы и сказали, что его переводят в гражданскую клинику, а перевезли в Гуданскую, вот эту вот республиканскую тюремную больницу, он не доверяет этим людям, поэтому он требует присутствия адвоката и он требует присутствия, ну, сотрудника украинского посольства, поскольку он является гражданином Украины, и в том случае, да, он согласен переехать в горе. Ну, это понятно. Тамара, у нас время подходит к концу. Но практически. Вы знаете, да-да. Я хотел спросить. Скажите, пожалуйста. Нет. У меня вопрос. А есть ли в Грузии какие-то другие новости? Мы с вами постоянно встречаемся и говорим. То есть Саакашвили и все остальное отошло в сторону? Да, абсолютно. Других новостей просто нет. То есть 24 часа. По всем новостным каналам идут, ну, есть какие-то местные новости, скажем, рухнула стена в Батуми, там осыпала штукатурка какого-то дома. Вот такие новости, которые могли бы быть интересны для наших телезрителей, да, этих новостей нет. Все новости посвящены только Саакашвили, только его переводу в больницу, только его состоянию здоровья и то, как себя ведет правящая партия. Тамар, буквально одна минута. Согласно заявлению 21 неправительственной организации, которая работает в Грузии, риторика грузинской мечты в адрес западных партнеров носит крайне критический характер. Вот это тоже интересный такой момент. Запад ведь критикует грузинское руководство, и грузинское руководство, кроме того, как мы видим, как оно действует, оно еще и отвечает. Так что вызывает такое неприемлемо считает на Западе такой разговор. Да, безусловно. Мы говорили о том, что председатель партии «Грузинская мечта» Кобахидзе назвал европарламентариев пособниками и защитниками криминалов, имеется в виду Саакашвили и все остальные. И вот неправительственные организации сказали, что очевидно, что противостояние с западными партнерами уже принимает форму тенденции. Как видно, правящая партия не намерена проводить в стране демократические процессы и ради этого готова испортить отношения с западными партнерами и государствами, а стране создать серьезные проблемы на пути евроатлантической интеграции. И вот это как раз было связано с заявлением Ираклия Кобахидзе от 14 ноября, когда он оправдывал действия властей в отношении ареста Михаила Саакашвили и отверг критику со стороны западных партнеров по поводу обязательств содержания третьего президента под стражей. Тамар, время подошло к концу. В первой части программы я благодарю вас за информацию и комментарии. У меня такое впечатление, что тему Саакашвили мы и в понедельник продолжим. До понедельника. Я надеюсь, что уже какие-то другие новости тоже появятся, потому что если его переведут действительно в горе, и если ему окажут квалифицированную медицинскую помощь, то мы просто будем говорить о том, в каком он находится состоянии. До понедельника. Всего доброго. Всего доброго. Педиатры теперь рекомендуют вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 17 лет. Как у родителя или опекуна, у вас могут возникнуть вопросы. Действительно ли вакцина от COVID-19 безопасна для детей? Или вашему ребенку необходимо сделать прививку от COVID-19? Управление FDA и Центр CDC признали вакцину Pfizer от COVID-19 безопасной и разрешили ее использование для детей от 5 лет и старше. Вакцина от COVID-19 рекомендуется для детей от 5 лет и старше, как и другие детские прививки.
Вакцинация от COVID-19 является лучшей защитой от развития тяжелого заболевания или долгосрочных осложнений, вызванных COVID-19. Сделайте своему ребенку прививку сегодня. Чтобы узнать больше о вакцинах от COVID-19, посетите сайт nyc.gov/covidvaccine или позвоните по номеру 212-268-43-19. Предстательная железа – это ахиллесова пята мужчин. Уролог Саймон Баркаган, владея не только всеми методами диагностики, но и современного лечения, подберет лучшее именно для вас. Не ждите осложнений, их можно избежать. Идите к доктору Баркагану немедленно. Внимание! Медицинское страхование. Позвоните 212-532-1211, и агенты с 20-летним стажем от компании insurancenY.net предоставят вам бесплатную консультацию по программе Medicare. Помогут получить медицинскую страховку через ваш бизнес или на рынке страховых планов и дополнительно сделают страховку для туристических поездок. Из сотни планов, предлагаемых на рынке, они подберут наиболее подходящий именно для вас. 212-532-1211. Более 10 лет телефонная карточка Davidson предлагает своим пользователям лучшие расценки на рынке, сохраняя при этом высокое качество. Главное отличие телефонной карточки Davidson от других карточек заключается в том, что отдел обслуживания ответит на все ваши вопросы и пополнит баланс на вашей карточке все 7 дней в неделю. А автоматическое пополнение через интернет и по телефону работает круглосуточно. У телефонной карточки Davidson есть возможность ускоренного набора пин-кода и номера абонента. Всего 4 кнопки, и вы дозвонились. Для вашего удобства можно привязать ваш телефон к карточке, чтобы не набирать огромные пин-коды каждый раз, когда хотите позвонить. Также имеются номера доступа из Израиля и Москвы. Сервис Callback работает из любой точки мира. Скидки на пополнение карточки на сумму больше $5. Звоните 718-303-9076. 718-303-9076. Телефонная карточка Davidson – это связь без брака. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535. Доктор Дэйв Чоксе here. We have made progress in our fight against COVID-19, particularly due to vaccination. The science continues to show that the COVID vaccines are safe and save lives. Booster doses are now available, and that's good news. But first doses are even more important than third doses, thanks to the over 6 million New Yorkers who have taken that step. Please share your story with someone still thinking through their decision, and let's keep moving our city forward. На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, по мнению многих обозревателей, освобождение израильской супружеской пары, арестованной в Турции по подозрению в шпионаже, может свидетельствовать о стремлении Анкары, ну так, улучшить отношения с Иерусалимом. Не знаю, как по одному вот этому случаю можно судить, но, в принципе, могли ведь действительно замордовать эту пару там где-нибудь в Турции и не отпустить домой. Да, Геннадий, история вообще вот с этой супружеской парой под фамилией Окнин, она чрезвычайно интересная и неоднозначная. Казалось бы, ну, действительно, двое супругов средних лет, муж и жена, фотографировали красивые виды Стамбула на мосту или, я уж не знаю, где-то там еще, и, ну, попался им заодно и президентский дворец Раджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции. Но они заодно сфоткали, как говорится, и его, засняли на пленку, засняли на свой фотоаппарат. Ну и дело с концом. Но тут какие-то официанты из близлежащего кафе это увидели, сообщили в полицию, их задержали. И, как выяснилось, в Турции запрещено фотографировать президентский дворец. Однако,
Тут же у многих обозревателей возникло множество вопросов. Я думаю, что Беззубов вам об этом рассказывал, но я скажу вкратце. Дело в том, что президентский дворец не является для кого-то некой тайной. Соответствующие кадры есть в интернете, все это хорошо известно. Это как, знаете, как Эрмитаж, как Смольный, я не знаю, Кремль, все что угодно. И ничего здесь таинственного и секретного нет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, по сведениям, которые просачиваются, правда, их не так много, но тем не менее появляются и такие сведения, что действительно вот эта супружеская пара, как считают в Турции, по крайней мере, ох, не такая простая, что ох, действительно, речь идет, возможно, о каких-то страшных, таинственных, зловредных, могущественных агентах Моссада, и что как будто бы у них было сделано много снимков и помечены специально какими-то крестиками, ноликами, я уж не знаю чем, расположенные там видеокамеры и так далее, и так далее. Но я думаю, что вот эта версия, скорее всего, не выдерживает критики. Но что интересно? Интересно то, что, как вы сейчас, Геннадий, только что отметили, действительно, супружеская пара Охнин была отпущена из турецкой тюрьмы как-то подозрительно быстро, как-то подозрительно легко. Все это произошло. И вы знаете, невольно, вольно или невольно, но в самом деле очень многие, по крайней мере, израильские, да и не только, и международные тоже аналитики, журналисты и обозреватели, естественно, задаются мыслью, что за этим что-то, догадка, точнее, у них появляется догадка, что за всем за этим что-то, по всей видимости, стоит. Не просто же так. Раджиб Таип Эрдоган лично, я подчеркиваю, лично вмешался в это дело, отдал соответствующее распоряжение судье, в соответствующем суде, после чего освобождение вот этой супружеской пары стало возможным. Но этому предшествовала, надо заметить, действительно беседа по телефону, которую провел с Эрдоганом глава правительства Нафтали Беннет, которую провел с Эрдоганом президент государства Ицхак Герцог, не исключаю, что, возможно, еще какие-то высокопоставленные израильские чиновники провели беседы со своими турецкими коллегами. Но факт остается фактом, и сейчас пар на свободе, а обозреватели гадают, что же за всем этим стоит. Я не буду долго растекаться по древу, я скажу буквально вкратце, буквально совсем-совсем вкратце. По всей видимости, по крайней мере, на этом сходятся очень многие наши журналисты, обозреватели, по всей видимости, речь действительно идет о том, что вот таким хитроумным образом президент Турции Раджиб Таип Эрдоган рассчитывает каким-то, видимо, образом через Израиль наладить свои взаимоотношения, возможно, с Западом, возможно, с Грецией, возможно, с Кипром, может быть, непосредственно с кем-то из европейских стран или Соединенными Штатами. Иными словами, Нечто подобное, в каком-то смысле, хотя отдаленно, конечно, это похоже, но тем не менее немного похоже, происходит и с Россией. Ведь и Россия рассчитывает на Израиль как на некий такой, знаете, перекидной мостик, который может помочь наладить, улучшить взаимоотношения России с целым рядом западных стран, и в первую очередь, конечно, с Соединенными Штатами. Вот, возможно, нечто подобное происходит и здесь, тем более, что никаких конкретных, я повторяю, конкретных просьб, конкретных требований Раджиб Таип Эрдоган так и не высказал. И это тем более странно. Ничего конкретного он не сказал, никаких просьб не было. Наверное, за всем за этим стоит некая другая просьба, гораздо более масштабная, гораздо более тотальная, которая, еще раз повторю, возможно, имеет отношение к тому, чтобы повлиять на Израиль с тем, чтобы он, в свою очередь, повлиял на страны Запада, на Соединенные Штаты в направлении улучшения взаимоотношений с Анкарой. Хотя, Геннадий, хочу подчеркнуть, что это, конечно же, догадки наших аналитиков, наших журналистов и политических обозревателей, комментаторов. Возможно, тайна, а она здесь есть, это несомненно. Так вот, возможно, тайна скрыто где-то в другом месте, в каком мы даже и не догадываемся. И, скорее всего, если эта тайна будет раскрыта, то очень нескоро, через многие-многие годы. Евгений, парламентская оппозиция намеревается бойкотировать работу всех пленарных заседаний Кнессета, протестуя против действий правящей коалиции. Ваш комментарий по этому поводу.
Да, действительно, мы как-то вскользь говорили об этом и в прошлые, и позапрошлые разы мы упоминали положение, которое складывается сейчас в парламентской, в правящей коалиции и в парламентской оппозиции. И вы знаете, действительно, опять же таки, многие наши журналисты задаются вопросом, вот что скорее произойдет? Расколется правящая коалиция, распадется, и мы пойдем на внеочередные парламентские выборы, или наоборот, расколется парламентская оппозиция, ну и тогда кто-то, возможно, присоединится к правящей коалиции. Я вкратце хочу сказать, что действительно, до принятия госбюджета многие считали, что госбюджет, принятие или непринятие, станет, ну, такой, знаете, такой эпохой, такой вехой, вернее, таким главным боем, главным сражением. И если правительство его выиграет, ну, тогда дело в шляпе, все в порядке, правительство просуществует еще долгие месяцы, если не годы. Действительно, бюджет был принят. Наверное, представители правящей коалиции до сих пор потирают с удовольствием руки. Однако, как мы отмечали с вами некоторое время тому назад, на самом деле любое, я подчеркиваю, любое, сколько-нибудь серьезное, любой сколько-нибудь серьезный вопрос может поставить коалицию на грань выживания. Например, палестинский вопрос, например, строительство или не строительство в еврейских поселениях или в арабском или бедуинском секторе. Я уже не говорю о том, что если что-то произойдет, скажем, в районе сектора Газа, или, скажем, не дай бог, в Иудее и Самарии, и Цагаль будет вынужден предпринять некие серьезные ответные военные действия, то понятно, что партия Авода, партия Мерц, левые партии, входящие в коалицию, не говоря уже про арабскую партию РААМ, просто не позволят правительству предпринимать некие решительные действия. И вот чем вам не предлог для раскола коалиции. Но, тем не менее, и в парламентской оппозиции, в общем-то, не все так просто. И вот это ее объявление о том, что она будет бойкотировать пленарные заседания, это такой, знаете, некий шаг отчаяния. Это некий такой, такая демонстрация отчаяния, которая, в общем, характерна сейчас для представителей ближайшего окружения Нетаньяху. Но я хочу подчеркнуть, не будем забывать, что в парламентской оппозиции находятся и ультрарелигиозные партии, которые не привыкли там находиться. Они привыкли быть все-таки, как правило, в правящей коалиции. Это касается финансовых средств, это касается ешив и так далее. И уже сейчас мы слышим голоса, которые, в общем, все громче и громче заявляют о том, что почему мы все должны быть заложниками одного единственного человека, который не в ладах с законом или не в ладах еще с чем-то, или еще с кем-то. Почему мы должны отсиживаться на скамьях оппозиции и лишать своих избирателей финансовых средств? Это говорят в религиозных партиях. Но и в самом Ликуде тоже, в общем-то, не все, наверное, довольны нынешним положением. Кое-кто хотел бы занять министерский пост, кое-кто хотел бы еще каких-то привилегий. Так что и в парламентской оппозиции ситуация далеко не самая простая. И, возможно, кто-то пытается сейчас перетянуть одеяло на себя. Либо коалиция, либо оппозиция. Кстати, я замечу, что перевес минимальный, просто минимальный. 61 против 59, и то вот этот 61 голос, этот единственный голос, и то он очень зыбкий. Речь идет о представителе партии Ямина, партии Нафтали Беннета, который колеблется, а иногда голосует даже с парламентской оппозицией. Кстати, за госбюджет он голосовал именно с представителями парламентской оппозиции, то есть против госбюджета. Ну, кстати, а вообще вот ваши ощущения, оппозиция, действующее правительство, насколько все это продлится? Мы все время говорили о том, что и в самой коалиции, в общем-то, ситуация отнюдь не сбалансированная, и оппозиция, мы видим, давит. Есть ощущение стабильности, ну, хотя бы на ближайшие год-два? Вы знаете, Геннадий, это очень интересный вопрос и, наверное, вообще самый главный. Собственно, это и есть самый главный вопрос политической повестки дня. Конечно, ответить на него однозначно трудно, но я хочу заметить один, на мой взгляд, просто парадоксальнейший и очень интересный момент. Ведь в сущности, если присмотреться внимательно, самым главным клеем, который склеивает вот эту нынешнюю так называемую правящую коалицию, нынешнее правительство, является неприязнь, а может быть даже, если называть вещи своими именами, ненависть
Беньямину Нетаньяху. Если говорить правду, то это даже не неприязнь, а ненависть. Что уж там греха таить. Именно ненависть к Беньямину Нетаньяху. И если представить себе на секунду, что сегодня-завтра Биби вдруг во всеуслышание громогласно объявит о том, что он уходит из политики, вы будете смеяться, уважаемые телезрители, как говорят в таких случаях, как шутят в таких случаях. Но, тем не менее, правительство тут же развалится. Потому что единственный клей, который сдерживает членов этой правящей коалиции, это неприязнь. Или, как мы сказали, если называть вещи своими именами, ненависть к Беньямину Нетаньяху. Если предмет этой ненависти исчезнет, то нечем будет склеивать коалицию, она просто распадется. Вот такой поразительный, парадоксальнейший момент наблюдается в израильской политике. Что касается вашего вопроса, Геннадий, насколько все-таки, на мой взгляд, прочно держится эта коалиция, ответ, мне кажется, такой. Она не прочна, она весьма не прочна, однако заинтересованность составляющих эту коалицию, ее как бы держат, потому что все они прекрасно понимают, что-нибудь этой коалиции им как своих ушей не видать министерских кресел. Спасибо, Евгений. Еще одна тема. У нас есть несколько минут. В Израиле вновь наблюдается некоторый рост заражаемости коронавирусом. Здесь, кстати, параллельная тема вакцинации. Ну вот у нас на этой неделе поступило сообщение, медицинские источники говорят о том, что как-то раньше не было этой статистики, а теперь она явно существует, что немало людей, которые были вакцинированы, они заражаются коронавирусом. Но вот, к сожалению. Да, Геннадий, у нас тоже наблюдаются некие такие тревожные, я бы сказал, тенденции. В последнее время ведь была явная тенденция спада эпидемии. Более того, я напоминал в предыдущих передачах, и сейчас тоже хочу напомнить, что еще какой-то месяц, не месяц, но полтора-два месяца тому назад, мы говорили чуть ли не о 10 тысячах зараженных в день. Потом эта цифра опустилась до 9, 8, 7, 6, 5. А сейчас дошла до 1000 и даже опустилась до 500 человек. А потом и до 300. Но вот в последние дни опять мы видим некоторое увеличение числа заражений. Вот уже перевалило за 400, приближается к 500. После 300, вроде бы немного. Тем не менее, некоторую тревогу испытывают наши врачи. Но что самое главное, об этом необходимо буквально в двух словах сказать, самое главное заключается в том, что подавляющее большинство новых случаев заражений – это дети, которые еще не прошли вакцинацию. Те же граждане Израиля, которые вакцинацию как раз прошли, они, как правило, всякое, конечно, бывает, безусловно, но все же, как правило, они заражаются меньше. Вот такие данные представлены нашей статистикой. А что касается конкретных цифр, вот за вчерашний день 467 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Евгений, время подошло к концу во второй части нашей программы. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующей недели. Шаббат шалом. Всего доброго. Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго. И шаббат шалом. До следующей недели. Наша задача – пересказать истории людей. Моя главная задача – слушать. Мы слушаем, и мы вас слышим. Ритуал прощания очень важен. И второго шанса сделать все правильно не будет. Мы – команда единомышленников. Мы отвечаем на звонки круглосуточно. Нашу работу плохо делать нельзя. Ее стыдно делать плохо. Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Hi, it's Dave Choksi, the city's doctor, and I'm here with my friend and colleague, Dr. Torian Easterling. I'm the health department's chief equity officer and first deputy commissioner, and we are sharing the good news that children ages 5 to 11 can now get the Pfizer COVID-19 vaccine. Our kids have endured so much over the course of the pandemic. As doctors and as fathers, we are thankful that we can now protect even more children against COVID-19. Pediatricians are strongly recommending that children 5 and older get vaccinated. The science shows the vaccine is safe. Meanwhile, COVID-19 infection can have long-term and sometimes life-threatening effects, even for kids. The dose for 5 to 11-year-olds is lower than the dose for those 12 and older. There may be some side effects, including redness
and swelling on the arm, tiredness, chills, or fever. A second shot of the Pfizer vaccine will be needed 3 weeks after their first shot. And as with all COVID-19 vaccines, they are free and available at sites throughout the city. Parents always keep their kids safe. With vaccines, they'll be even safer. If you have questions about the vaccine for your child, please speak with your pediatrician or call 212-COVID-19. Thank you. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.